Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. А для тех, кто смотрит меня впервые и видит меня сейчас за рулем и собирается посылать мне кучу проклятий, проходите мимо. Во-первых, потому что проклятия плохо повлияют прежде всего на вас. Во-вторых, потому что совершенно не стоит этого делать, ни с какой точки зрения. Я просто очень хочу провести эфир, но совершенно не понимаю, как у меня будет дальше складываться день, поэтому я решила не откладывать ничего. Это, наверное, один из моих главных сейчас, ну, девизов мне не очень нравится, как, знаете, как в пионерском лагере, но тем не менее. Кредо тоже как-то звучит. В общем, я просто не люблю ничего откладывать, люблю делать все сразу. И побольше. Дайте мне таблетку от жадности. И побольше я хочу провести сегодняшний эфир и покачать вас немножечко на тему устройства нашей жизни, создания ее. Не в контексте нудятины, а в контексте того, чтобы вы осознали, как много у вас возможностей. Мы сейчас чуть-чуть проедем по брусчатке. Господи, ну, в общем, все как в старые добрые времена. Когда-то я снимала видео, ездила по брусчатке и все время все трусилось. Вот, поэтому, как говорил некогда один известный человек, который вел программу «Большая стирка», сразу же выдала свой возраст, не переключайтесь. Итак, почему вообще хочу взять эту тему? Потому что у многих из нас очень странное представление о том, как устроена наша жизнь, и, наверное, именно поэтому люди так боятся умирать, люди постоянно думают о том, что с ними случится что-то плохое, люди считают, что они совершенно не управляют своей жизнью, тем, что с ними происходит, и очень часто чувствуют себя какими-то, знаете, такими мышатами, давайте возьмем хомячками, которых купили в зоопарке, магазине, посадили в какую-то клетку, он попал в какую-то семью, и вот теперь тут как повезет, моют клетку, не моют клетку, кормят, не кормят, и так далее, и так далее. Многие люди представляют себя именно так. И жизнь свою представляют как, с одной стороны, некую такую прямую, где ты родился, прожил и умер, с другой стороны, забывая о том, что мы все равно, ой, Господи, сейчас, я прошу прощения за эту тряску, саму бесит. Забывая о том, что мы все равно все умрем, и люди очень сильно сражаются за то, чтобы пожить подольше. Забывая о том, что есть самое главное, что сам факт наличия, нахождения нас на земном шаре в живом состоянии вообще не означает, что мы живы. То есть... Что для вас жизнь? Жизнь – это эмоции, это возможность роста, это риск, это какие-то этапы проживания, это что-то, что с вами происходит, где вы меняетесь, делаете выводы, где у вас есть какие-то цели, желания и так далее. Или жизнь – это просто ваша физическая возможность просыпаться по утрам и засыпать вечером. И вот у вас, значит, единственная такая страх – проснусь ли я утром и усну ли я вечером. Вот это для меня огромный вопрос, потому что я знаю огромное количество людей, и как человек, который был работодателем, у которого работало там десятки людей, и я проводила, ну, не знаю, наверное, я собеседовала тысячи людей. И я видела очень многих молодых парней, особенно я помню в сфере IT, которые приходили, им было 20 лет, 20 плюс, и они уже были мертвые. То есть они уже ни черта не хотели, они уже как бы просто, им надо было сидеть, молча ковыряться, у них не было никаких эмоций, им было главное, чтобы им платили какие-то деньги, и они могли там по выходным, я не знаю, проводить как-то время, да. И вообще вот эта история, которая длится у нас, ну вот я помню ее, когда я была маленькая, как взрослые говорили, что надо поскорее выходные, поскорее праздники, чтобы ничего не делать, чтобы не работать. И вот у меня к вам вопрос, а что вы называете жизнью? Вот это вот существование, то же самое история про стабильность, к которой все стремятся, да. Я сейчас вам даю немножечко такие ковыряющие вещи для вашего мозга, чтобы ваш мозг посмотрел немного на ситуацию по-другому, да, то есть как бы мы зайдем с другой стороны. То есть получается, что самое главное, это чтобы было что поесть, что попить, состариться, в чем поносить одежду, потом обязательно, чтобы умерла какая-то прабабушка и оставила вам квартиру, а если она оставит ее не вам или кому-то, вы будете всю жизнь судиться, значит, там обвинять эту прабабку за то, что она эту квартиру не оставила, ну и по сути, вот у сказочки конец, а кто слушает, молодец. Что есть жизнь? Что есть жизнь? А вот кто-то пишет, да, жизнь – это игра, бла-бла-бла. Ну, жизнь – это некий путь, да? Ну, наверняка. Некий путь.
И вопрос, а какая задача у этого пути? Как бы вы хотели пройти этот путь? Давайте так, как бы вы хотели его пройти? Вы бы хотели просто дожить как можно дольше, дойти до крайней точки, сохраниться, как-то сохраниться, или вы бы хотели чего-то достичь, вы бы хотели ощущать разные эмоции, вы бы хотели, я не знаю, там, жить до конца дней в состоянии любви, эйфории, кайфа, вы бы хотели узнать, на что вы способны, вы бы чего-то вообще хотели? Вот этот вопрос важно задавать себе каждый день, особенно когда просыпаешься и начинаешь. То дождь, то слякоть, значит, то там новости посмотрел, то что-то еще. Вот я, например, с этим вопросом задалась очень рано. Вот я, как себя помню, в сознательном возрасте, я все время задавалась этим вопросом. Ну просто же жить скучно. Мне говорят, почему ты все время со всеми соревнуешься, почему ты постоянно делаешь какие-то вызовы, почему тебе нужно быть самой-самой. Ну потому что я вообще не понимаю, а зачем тогда просто жить? Просто находиться в каком состоянии дзена? Я не настолько просветленный человек. Я не видела людей в состоянии дзена, я видела людей в состоянии нытья, депрессии, в состоянии, когда они загоняют себя, простите, в жопу. Вот в этом я видела людей. А людей, которые бы находились вот в этом блаженном состоянии, там, ну, я читала об этом книжки, но нет. То есть для меня блаженное состояние – это некий короткий промежуток времени, в который я вхожу тогда, когда я достигла очередной ступеньки. Это, знаете, когда ты бежал-бежал, добежал, и ты такой какое-то время блаженствуешь и кайфуешь, да? После этого тебе нужно снова подняться и снова куда-то бежать и врываться. И вот, вы знаете, многие мне говорят, Оль, ну люди бывают разные. Я с вами абсолютно согласна, но я знаю, что люди вообще делятся на две глобальные группы. Первая — это такие вот, знаете, сейчас вам представьте себе, что мы видим с вами две клетки. Ну, все равно, это некие ограничения. Две клетки. И вот в одном такие, знаете, хомяки, в одной и во второй. Но в одном там все хомяки, короче, что-то бегут, строят, делают. У них эта клетка разрастается. Они постоянно придумывают, как эту клетку достроить. Ну, казалось бы, нахер им это надо? Но они почему-то так делают, да? И они там такие разные, большие. Там у хомяков, знаете, кто-то сережки себе делает там из решетки, кто-то придумывает себе одежку из еды или из остатков. А вторая клетка хомяков, там все друг на друге лежат. Половина уже умерла, кого-то съели, кого-то даже есть лень. И вот там просто такая масса хомячковая лежит. Она вроде бы дышит, она вся в фекалиях, ей просто в лом шевелится. И те, и другие живут. И те, и другие. Ну, там, не все местами. Кто-то там уже не живет или живет, хер поймешь. Но вот в этом точно так же, скажем, точно так же выглядят и люди. Люди в жизни. То есть люди, как хомячки, либо сами придумывают себе какое-то развитие, либо же, ну, принимают вот такую позу. Вопрос только в том, что клетку выбираем мы сами. То есть хомячки, которые лежат в другой клетке, они смотрят на тех и думают, не, ну нас в ту клетку не пустили, а двери открыты, двери открыты. Просто хомяк лежит, ему в лом встать и пойти. Я хочу, чтобы вы сейчас вот эту метафору очень плотно себе уложили в голове и осознали, что на самом деле жизнь такая, какую вы себе выбираете. И исходя из всех законов Вселенной, которые мы сейчас не будем прям сильно проговаривать, я расскажу вам очень простые вещи. Мы являемся такими, какими мы себя придумали. То есть для того, чтобы кем-то стать, каким-то человеком, успешным, богатым, несчастным, красивым, известным, не сильно, нам нужно изначально придумать, какой я хочу быть. Потому что любая история, как и любой бизнес, начинается с идеи. Ресторан классный сам по себе вдруг не открылся. Мы родились, и на планете появился ресторан. Нет, его придумали, открыли, докрутили какие-то люди, все время над ним работают. С людьми происходит то же самое. Однажды я просыпаюсь и придумываю, кем я хочу быть. Только разница опять в том, что кто-то просто крякнул, вякнул из серии сочинения на тему, да, кем ты хочешь быть, когда я вырасту, я стану пожарником. А кто-то предпринимает конкретные действия и уже начинает действовать так, как будто бы он стал этим человеком. Он понимает, какие навыки ему нужны, да, развивать в себе, какие качества ему нужны, как бы вел сейчас себя великий этот человек. Помните, в детстве очень много мы смотрели мультиков про детей-спасателей, которые хотели быть спасателями.
какими-то они там делали отряды, там они там кого-то спасали, каких-то бабочек, зайчиков. Вот, но они придумывали себе там костюмы, лозунги, они придумывали, как они будут спасать там, я не знаю, лягушку из воды, да. Но они изначально это придумывали и начинали себя вести так, словно они эти великие спасатели. Но во взрослом, как это называется, возрасте, да, во взрослом возрасте мы можем только что-то от силы придумать, но вести себя так, да не. Ну нет, у нас какое правило? Я буду себя так вести, когда я таким буду. Когда я стану богатым, я буду думать и вести себя как богатый человек. А по-другому нет. Ну как, а по-другому я буду ныть. Я буду вести себя как человек, который еще не богатый. Ныть, хаять всех остальных. Буду жаловаться, что мало платят, что вокруг все, значит, сволочи, твари, гады и прочие вещи. И вообще невозможно заработать. Но когда у меня будет много денег, вот тогда я буду вести себя как богатый. Самый простой пример. Когда у меня будет красивая фигура, тогда я буду следить за питанием и заниматься спортом. А пока у меня фигура полная хрень, поэтому я буду продолжать жрать и лежать на диване. То есть, понимаете, проблема людей в том, наша главная проблема, что нас совсем не учили думать. Не учили думать. Учили слушать, учили повторять тупо, учили еще всякой разной хрени, а думать не учат. И у огромного количества людей абсолютно атрофирована кнопка под названием «думать», «размышлять», «анализировать». Нет этой кнопки. То есть люди думают только в той парадигме, в которой им заложили. Вот так вот, как в лифте. Есть 5 кнопок, все. Больше ничего нет и, главное, быть не может. И поэтому сейчас, находясь в очередной очень непростой ситуации, когда уже, во-первых, у нас сейчас какое время? Мы просто все поголовно привыкли уже смотреть новости. Прям поголовно. И мы с вами забываем о том, что вместе с физическими войнами ведутся серьезные информативные войны. Это очень серьезная тоже движуха. То есть существуют войска, боты, там интернет-войска и так далее, которые также занимаются информационной войной, которая на самом деле, я думаю, еще похлеще, чем та, которая ведется. И одним из глобальных моментов вообще для всего мира является то, что мы приучились полностью сейчас слушать и в какой-то мере степени доверять тому, что там говорят. И это огромная опасность, потому что это снова отключает наш мозг. Потому что когда я еду, например, по навигатору, было у вас такое, едешь по навигатору, он тебе показывает, знак показывает кирпич, ты ездил здесь позавчера и знаешь, что тут дорога перекрыта, но навигатор говорит тебе едь, и ты говоришь такой, ну ладно, хорошо, навигатор же говорит ехать, поеду. Где логика? Где здравый смысл? Нету. Нахрен отсутствует все. Я еду по навигатору. Ну он же что-то знает. Да ни хера не знает. Ну, он не знает, что здесь перекопали дорогу, что здесь поменяли знак, там это не отметили на онлайн-карте, спутники, еще где, что, откуда, кто ловит. Нет, твой здравый смысл это понимает, ты все равно как тупой конь это делаешь. И вот это, ребята, самая опасная история, которая с нами происходит. Отсюда начинается тотальный страх. Да? Тотальный страх действия, потому что все время боишься в чем-то ошибиться. Это вообще отдельная история. Почему мы в жизни боимся ошибиться? Почему? В школе поставили двойку, родители наругали. Почему? Вы знаете, мои дети, когда меня спрашивают, наверное, мои дети одни из самых, как бы вам так это сказать, я не знаю, своеобразно воспитываемых или невоспитанных, фиг знает, наверное, невоспитанных. Потому что я своим детям даю максимальное количество свободы именно для того, чтобы они учились а. принимать свои собственные решения, б. отвечать за свои собственные решения. Я считаю это мега важной штукой, потому что если я изначально выращу своих детей, простите, тупыми, которые просто слушают, что говорят мама, то что же они будут делать, когда мама ничего не говорит? У меня сейчас Ева находится на сборах в Болгарии. Ребенок не звонит мне иногда по двое-трое суток. И иногда пишет, мамочка, все хорошо.
И знаете, я, ну, мало того, что я доверяю людям, с которыми она находится, я точно знаю, что моя Ева прекрасно себя чувствует, потому что она гораздо более самостоятельный человек, чем многие взрослые, которые находятся там. Потому что она сама способна принимать множество решений, сама способна думать и анализировать. И вот это, пожалуй, главное, чего нам не хватает. Отсюда наши страхи, отсюда наше постоянное желание, чтобы кто-то сказал нам, что делать, отсюда наше желание, чтобы кто-то начал контролировать, точнее, чтобы мы кому-то передали контроль за свою жизнь. И, в общем-то, что? И вот такая история. Так, сейчас, мне кажется, я сдаю водительский тест, знаете, по кругу. Поэтому, ребята, я хочу вам просто напомнить очень простые вещи. Не хочу делать этот эфир супер длинным, хочу напомнить вам очень простые вещи. Что для того, чтобы мы что-то в жизни могли создать, изменить, наша задача, первая, перестать искать кого-то, кто нам подскажет, что делать, и кто скажет, сейчас надо или не надо. Никто не знает, это может знать только ваша интуиция, поэтому ее нужно развивать. Второе. Важно понимать, что даже если вы будете ошибаться, это часть вашей жизни, часть вашего личного опыта, и, по крайней мере, ошибка – это точно сильно лучше, чем ожидание и страх вообще бездействия, потому что, ну, ошибки дают вам энергию, дают вам кураж, дают вам очень многое, дают на самом-то деле. И, как я уже говорила в предыдущих эфирах, ошибка – это часть вашей жизни, то есть составляющая, да? Ошибка – это как кирпич для дома, понимаете? Как кирпич для дома. То есть вот идеальный дом без кирпичей, такого не бывает. Вот причем кирпичи в доме тоже не всегда идеальные. Далее, важно понимать, что самая большая сила, которая у нас с вами есть, это сила наших мыслей, нашей собственной веры. И исходя из этих убеждений, потому что в результате это формирует наши убеждения про себя, например, я могу или я не могу, я талантливая или я не талантливая, справлюсь или я не справлюсь, я стану кем-то или я не стану, мы все время хотим, чтобы гадалка сказала, значит, тест сдать, есть ли у меня голос, есть ли у меня талант. На самом деле, смотрите, каких учителей мы любим, особенно во взрослой жизни. Вот пришла я танцевать бачату. И понимаю же, что я, блин, и деревянная, и короче, вообще все плохо. И вот тренер может мне сказать, как в детской школе. Вы знаете, вы лучше... Сейчас, ребят, я пытаюсь понять вообще, где мне парковаться, я неправильно еду. Значит, вы знаете, вы лучше не танцуйте, а вы идите пойте. Мне так, кстати, сказали в школе, когда я училась. А я очень сильно хотела танцевать. Но классный, талантливый тренер, он что говорит? Он говорит, ты талантлива. Я говорю, я дерево, я не гнусь. Он говорит, ты что? Какое ты дерево? Посмотри, какая ты молодец. И что происходит? И я начинаю уже танцевать не как дерево, а я уже начинаю танцевать как молодец. Понимаете разницу? Мне же сказали, что я молодец. Я начинаю в это верить. И что происходит? Кроме того, что я запарковалась, а происходит то, что я становлюсь молодцом. Понимаете? Я становлюсь молодец, потому что я уже танцую не как дерево, а я танцую как молодец, в которого верят. И мне говорят, умничка. И меня еще раз похвалили и говорят, нет, ты прекрасна. И знаете, что я стала дальше? Например, делать историю из моей жизни. Я уже давно забила на то, что у меня не гибкая спина. Она когда-то была гибкая, перестала быть гибкой. Я думаю, да хер с ней, все, она уже не гибкая. Но я же молодец. Поэтому я подумала, ну ладно, ну так надо же тренироваться. И я врубила себе каждый день тренировки по гибкости спины. Записалась, пошла сама, купила себе мячик, стала становиться на мостике, и бац, моя спина начинает становиться фокус-покус, гибкой, потому что я стала думать о своей спине как о гибкой. Вот понимаете, в этом все и заключается. До тех пор, пока вы сами для себя не определите вектор направленности, какая вы. Здрасте. Это не проклятие в мою сторону, ну, может быть, маленькое. До тех пор, пока вы не определите вектор направленности, какая вы или какой вы, кем вы хотите быть, до тех пор, пока вы не начнете думать, а если я такой, то как я буду себя вести, то как я буду себе помогать, то как я буду себя прокачивать, до этих пор ничего не изменится. И это касается и времени, в котором мы сейчас оказались. Пока вы думаете о том, что сейчас война, ее надо переждать, вообще непонятно, что пережидать, извините мой за нервный смешок, потому что то и дело, да, там Тайвань дергается, Китай дергается, короче, все дергается.
Включайся. Все, мы на месте. И у нас с вами есть выбор. Слышите, видите меня? Мы либо можем с вами играть в эту игру, что все, когда-нибудь наступит конец, и перестать жить прямо сейчас. То есть в тот момент, когда мы входим с вами в состояние... Тревога началась. Тревога началась. Я думаю, это что-то звенит. В тот момент, когда мы с вами входим в состояние вот этой тревоги, все, наша жизнь окончена. Я очень надеюсь, что ракета не прилетит в мою машину, но если что, это будет самый этот, смотрибельный эфир на YouTube. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы для себя это осознали, что пока вы живы, надо жить, вести эфиры, придумывать, чего вы хотите, и, в общем-то, находиться в состоянии развития, потому что жизнь – это про развитие, не позволяя никому, никаким ситуациям на долгое время выбивать себя из колеи. Конечно, мы живые люди. К счастью. Конечно, мы находимся в состоянии турбулентности. Но я уже поняла, например, что состояние турбулентности – это сейчас нормальное состояние. То есть, если раньше мне казалось, что меня шатает, то сейчас я поняла, что меня в принципе вообще это, ну, не то, что не шатает, это в принципе нормальное состояние сейчас для каждого из нас. То есть, если бы нас не шатало, это было бы что-то очень странное. Поэтому я просто стараюсь принять этот темп, знаете, впустить это в себя и шататься в ритм. Это вот, знаете, очень похоже с бачатой. Мой тренер Влад, он мне все время говорит, расслабься. Вот если я тебя прогибаю, расслабь голову, она не должна быть зажата. Ты должна вот вестись, все, в этом красота вся. И я стараюсь точно так же сейчас сделать и в жизни, и расслабиться вместе с этим. Если я не могу это контролировать, ну, не могу это контролировать, я могу контролировать свои мысли, свое внутреннее состояние. Я не могу, к сожалению, остановить войну так. Я могу делать какое-то свое маленькое дело, но я могу остановить войну внутри себя. Я могу остановить ненависть внутри себя. Я могу остановить вот это состояние нежелания жить, просыпаться по утрам или удушить кого-то. Это я могу остановить, это в моей силе власти. И я хочу, чтобы вы это для себя поняли. Опасность злости, опасность паузы жизненной заключается в том, что наши клетки, они у нас имеют определенную энергетическую частоту, вот они как радио. Когда эта энергетическая частота совпадает с энергетической частотой нашей Земли, а у Земли тоже есть энергетическая частота, мы с вами находимся в таком резонансе. Когда же человек начинает утухать, наши клетки начинают болеть. Я об этом говорю в каждом эфире для того, чтобы вы это контролировали. Клетки начинают болеть. А болезнь клеток – это все онкология. Это болезнь клеток на уровне клеток, понимаете? Потому что вы сами себя начали травить. Не бомбы, а вы сами, вашими страхами, вашими обидами, вашей болью, всем этим. Расслабьтесь и осознайте раз и навсегда, наконец-то. Мы все равно когда-то, рано или поздно, умрем. Но бесполезно бороться с вот этим состоянием, типа, только бы выжить. Но не умирайте прямо сейчас. Переставайте прятаться, переставайте уходить от своих планов, переставайте входить в режим ожидания. Ну, примите эту реальность, она сейчас, сука, такая. Попробуйте ее полюбить. Попробуйте ее обнять. Я, знаете, вот ненавидела дожди и вообще серость Киева, которая, конечно, не питерская, но тем не менее. Но побыв в Италии, в температурном режиме 35-38, без кондиционеров, практически ежедневно выходя в парилку, я полюбила киевскую погоду всей душой. Я радуюсь солнцу, я радуюсь дождям, я радуюсь грозам. Я, наверное, превратилась в какого-то очень радостного человека, но я просто поняла, насколько круто вообще то, что мы с вами имеем. И что бы сейчас ни имели вы, где бы вы сейчас ни находились, почему
пришла повітряна тривога, только сейчас, уже 10 минут идет, мне только пришло сообщение. Где бы вы ни находились, постарайтесь полюбить и это, даже если вы в другом городе, в другой стране, с другими людьми, в другом доме. Какой бы пиздец сейчас не был в вашей жизни, попробуйте его принять и посмотреть на него как на поле неких возможностей, которые вам даны. Вместо того, чтобы каждый день тосковать о том, что вы чего-то не имеете. Попробуйте полюбить то, что вы имеете. Ваша ключевая задача внутри себя из состояния жопа разжечь состояние, как минимум, это интересно. Как минимум, это интересно. И когда вы это сделаете, вы увидите, что вы включите внутри себя маячок, который будет притягивать к вам интересных людей, интересные эфиры, интересные ситуации и так далее. Это так работает. Мы можем с вами что-то контролировать, и как минимум это наши мысли. Есть то, на что мы пока глобально повлиять не можем. И поэтому, когда мы становимся в позицию того, что перед нами что-то очень большое, необъятное, мы такие маленькие и ничего не можем сделать, мы не можем сейчас с вами заверещать: «Эй, ракета, остановись!» Но эта пидораская война, она немножко выше этого действия. Но мы можем работать в своей плоскости, как минимум с собой, и как минимум научиться не убивать себя и людей, которые находятся рядом с нами. Потому что наша помощь сегодня нужна очень многим, самая разная. И я каждый день задаю себе этот вопрос: что я могу сделать сегодня хорошего для этих людей? Да, я могу сейчас плакать, кричать, ужасаться. Что я могу конкретно сейчас сделать для себя? Я знаю, что утром, если я занимаюсь спортом, у меня будет классный заряд, а значит, я помогу другим. Потому что если я сегодня выйду кислая в Инстаграм или перестану это делать, то, значит, я не помогу кому-то, кому бы могла помочь. Это уже есть конкретная помощь. Мое личное ресурсное состояние – это помощь большому количеству людей. Я знаю, что сегодня я могу задаться вопросом: а кому я могу сегодня привезти подушку? Кто спит без подушки? А какому ребенку я сегодня могу помочь, которому сегодня что-то нужно? А кого я сегодня могу просто морально поддержать, просто дать ему силу, энергию и веру в себя, потому что это тоже нужно. И вы также можете помогать. Вам не нужно для этого помогать там большим массам. Возьмите одного человека и помогите ему добрым словом. Я недавно проходила мимо здесь рынка, и стояла стоял лоток, и там продавали овощи, фрукты, и стояла бабушка. Она стояла в потрясающем платье, с корзинкой, в шляпе, в серьгах, практически без зубов. И когда я начала выбирать, значит, там что-то, она говорит: вы возьмите вот эти абрикоски, значит, и вот эту вот черешню, и говорит: моя подруга, значит, как суждено, так и будет, это глупо, неправда, это все неправда, будет так, как вы решите. Вот это вообще не верю я в это. В общем, и она мне начала советовать. Я хотела эту бабушку угостить, ну, что-то ей купить. Я говорю: ой, спасибо вам большое. Я говорю: давайте я вам что-то куплю. А она говорит: нет, ну что вы, я сюда прихожу, я состоятельная женщина. И я посмотрела, что она, ну, нормально выглядит, неплохо одета, но я же не могу ее заставить, чтобы я ей что-то купила. Денег она от меня не возьмет. И я ей говорю: господи, вы такая красавица. У вас, говорю, такое красивое платье. Вы, говорю, в таких красивых серьгах. Говорю, вы просто украшение. И бабушка расцвела просто. Я поняла, что сейчас этой бабушке как никогда нужны не деньги, не еда, а ей нужны комплименты. Ей нужно почувствовать себя все еще красивой женщиной. Несмотря на то, что ей уже много лет, у нее там нет зубов или еще чего-то. И я вам хочу сказать, что эта энергия — это тоже помощь. Потому что мы чуть-чуть качнули бабушку, бабушка качнула кого-то еще. И все. И мир так наполняется, и это важно. Вам может казаться, это вообще, Оля, что ты говоришь, это бред. Но вспомните ситуацию, когда вы выходите в прекрасном настроении, сталкиваетесь с каким-то человеком, и он выливает на вас ведро негатива. Вспомните, как это способно поломать,
к чертовой матери весь ваш день. Помните? Так вот, позитивная энергия, она же не менее сильная. Не забывайте об этом. И когда вам сейчас кажется, что все, жизнь подходит к концу, вы мониторите опять эти новости, вам кажется, что вы возьмите те точки контроля, которые вы в состоянии взять над своим телом, над своими мыслями, над тем, что вы будете смотреть, о чем думать, что вы будете делать. Откажитесь от мысли отложить свою жизнь, отказаться от своих мечт или сожалеть о том, чего уже нельзя вернуть. Вернуть нельзя, но создавать-то можно. Вы же живы. И Вселенная все еще огромная, и мир все еще огромен, и огромное количество людей продолжают любить, творить, создавать. Жизнь по-прежнему идет. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Я хочу, чтобы вы помнили, что вы в любой момент в состоянии ее не только изменить, но и создать. Любой. И что порой создавать ее, исходя из состояния, когда полная жопа, гораздо проще, чем когда у тебя все не очень, но тебе очень жалко это бросить. Ну вот в эфир зашел человек с фразой «ох и дыньки». Мы сразу можем понять, что у человека все в жизни прекрасно, его по-прежнему интересуют женщины, секс. Чувак, ты крутой, вот прям молодец. Вот, я тебе желаю, чтобы у тебя тоже был такой же банан, как мои дыньки. На этой прекрасной ноте я вас всех обнимаю, ребят, я пошла домой. Тревога все еще идет, но я вас умоляю, не тревожьтесь. Приходите ко мне на рерайтер, приходите ко мне просто. Не забывайте смотреть мои эфиры. Я вам буду очень благодарна, если вы оставите парочку слов в комментариях. Это поможет моему эфиру, во-первых, а, продвинуться, б, чтобы его посмотрело большее количество людей. Все, обнимашки, поцелуйчики, пока!